Так, делаем большой пион, насадка 123, которую мы с вами доработали, сузили. Делаем небольшое основание и начинаем укладывать лепестки. Первый лепесток, второй, третий, первый, второй, третий. И так нарастает у нас шарик. Уже вы можете здесь уже 5 лепестков положить. 3, 4, 5. Всегда старайтесь, чтобы у вас в серединке виднелись предыдущие лепестки. Это будет середина цветка. Туда все время кто-нибудь дозаглянет. Это самое интересное место в цветке. Все заглядывают в серединку. Всем интересно, что ж там, сколько там лепестков наслоилось. Так, перехватом, видите, у меня пакет скрутка закончилась. Я себе еще скручиваю, чтобы у меня было хорошее давление в цветке. Вот я опустилась вниз, снова поднимаюсь наверх, снова опускаюсь вниз. Смотрите, мы можем сделать вплотную лепесточек, положить. Ну, то есть вот мы... Ой, сейчас вплотную не получилось, сейчас хочу. Вот так прижать верхушкой лепесток. А можем сделать наоборот, повыше. Объем создать. Да? А теперь смотрите, какие лепестки еще могут быть не чешуйчатые, а с загнутыми. То есть они могут быть короче и они могут быть стоячие. Я просто резче опускаю руку вниз. Они как будто скругленные. Идут прям подряд, вы их укладываете. Так, теперь у нас лепесточки мы положили, можем расширить и двигаться так подряд. А можем сделать тройные, то есть мы раз, два, три. Тут у нас тоже было два, три, два, три. Здесь у нас снова раз, два, три. Здесь у нас один, два, три. У нас тройные лепестки мы уложили. И теперь делаем лепестки, которые отпали. Как мы с вами, да, проходили, у нас основание остается на месте, а двигается у нас край насадки. И вы можете подвинуть лепестки, как вам нравится. Некоторые прижать, некоторые, например, наоборот, отклонить. На насадке часто крем подсыхает, да, он у нас хорошо так сохнет, поэтому не забывайте насадочку протирать. Просто чистить. Так, теперь можем добавить еще лепестков. Все это присоединяется здесь, у основания. Вот, смотрите, добавляю лепесточек. Здесь же, да, у нас здесь начинается, здесь же прибавляется. Вот у нас получился с вами большой, шикарный раскрытый пион, еще и с повторяющимися лепестками.